Приветствую вас, как психолог я без анализов могу предположить только психосоматику, то есть перетекание эмоций, переживаний, стресса, значит, негатива, тревоги в тело. В частности, вот в такую реакцию телесную, значит, ну вот, как у вашей жены. То есть мне это представляется вот именно так. А, значит, чем являются психосоматические значит, симптомы? А, психосоматические симптомы представляют собой не что иное, как отражение реальных психических переживаний. И все, что нужно вам сделать, это постараться уловить. Постараться уловить, что именно вызвало эти симптомы. То есть, вернуться в прошлое и определить момент, когда начались данные проявления. Когда значит, начались данные симптомы, вот, и, соответственно, вы таким образом сможете увидеть, какие именно действия, какие именно переживания значит, привели к тому, что ваша жена сейчас, например, чувствует, что ваша жена сейчас переживает, какие конкретно у нее значит, симптомы, проблемы и так далее. То есть, по факту, именно как психологи, мы можем только диагностировать психосоматику. Психосоматическую реакцию, потому что именно она является тем, что может диагностировать психолог. Именно она, психосоматика. Если же вам нужно что-то еще, да, то есть, ну, еще какой-то диагноз, то здесь, на мой взгляд, непонятно, почему вы не обратились в раздел медицины, там вам, в общем-то, могли бы ответить на вопрос, на ваш
более, скажем так, подробно, более детально его могли бы рассмотреть. Вот. То есть возникает вопрос, вы проблему свою хотите решить или нет? То есть, если вы хотите решить проблему, то для этого нужно прилагать усилия. А пока ваши усилия, они, ну, явно недостаточно, что ли. То есть, вроде бы вы хотите что-то сделать, но в то же время делаете это как-то, знаете, ну, очень нехотя, что ли, или как будто из-под палки, как будто вам этого и не хочется совсем. Вот. Но жена-то ваша, она страдает в любом случае. Да и вам, скорее всего, неприятно тоже. Поэтому, если есть подозрение на психосоматику, да, если есть подозрение, что это действительно психосоматика, то обращайтесь к психологу для точной диагностики и работы над этим. Если психосоматика выявлена не будет, то можно говорить о том, что у вашей жены какой-то, значит, ну, симптом какого-то заболевания, и уже именно с ним, да, нужно будет что-то делать. То есть тут, как бы вы ни хотели, придется обращаться к врачу. Ну, если вас заботят, конечно, здоровье супруги вашей. Вот. Вот так вот я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы по психологии, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!